Казахстанку экстрадировали из Турции, чтобы судить за денежные махинации. Она, будучи бухгалтером, присвоила 27 миллионов тенге и сбежала за границу. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы. Казахстанку, которая сбежала в Турцию с чужими деньгами, вернули на родину. Женщину объявили в международный розыск еще в прошлом году, когда на нее заявил директор алматинской фирмы. Следствие установило, что за год работы бухгалтер, подделывая платежные поручения, присвоила 27 миллионов тенге. Ее поймали, привезли в Казахстан и теперь будут судить. По запросу Генпрокуратуры Казахстана была передана казахстанским правоохранительным органам. В настоящее время указанное лицо водворено в следственный изолятор города Астаны. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.